Имя его по рождению было Иосия, но вошел он в христианскую историю под именем Варнава. Имя это значит «сын утешения», и было оно дано за щедрость его же братьями-апостолами из 70. Родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов, говорится в Деяниях. Некоторые источники называют Варнаву братом, а то и дядей евангелиста Марка. А вот ранние церковные писатели святой Епифаний, Климент Александрийский свидетельствуют, что учился Варнава в Иерусалиме и учился вместе с Савлом, будущим апостолом Павлом. Существует несколько апокрифических сочинений, приписываемых этому апостолу. «Деяния Варнавы», «Евангелие от Варнавы» и «Послание Варнавы». Последнее сочинение было написано около 130 года от Рождества Христова, и на него ссылались многие христианские авторы. Год смерти апостола предположительно 61 год. Память святого Варнавы совершается Православной Церковью 24 июня.